Что из себя представляет интернет вещей? Представьте, что вы можете подключить любое устройство к интернету и с помощью этого подключения осуществлять управление. Ваш будильник будет вас в 6 утра и, убедившись, что вы встали, отправляет сигнал кофемашине, чтобы она заварила вам ваш эспрессо. Тем временем автомобиль, зная, во сколько у вас важная встреча, уже построил маршрут без пробок. При поверхностном рассмотрении можно подумать, что интернет вещей – это в основном умный дом, умный транспорт, беспилотные автомобили. Но если хотя бы немного призадуматься, становится понятно, что многое из вышеперечисленного в лучшем случае – пример автоматизации. Интернет вещей подразумевает, что в будущем эти сети смогут подключаться друг к другу, образуя новый мир, начало которому будет положено с умного дома или офиса, а продолжено целыми умными городами. Интернет вещей – это система, связанных общей сетью физических объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением, позволяющая осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать данные извне. Система, характеризующаяся автономным режимом работы и возможностью удаленного контроля. В глобальной концепции интернета вещей выделяют различные направления, в частности, промышленный IoT. Самое интересное в том, что именно эта сфера займет собой большую часть интернета вещей. Более 15 миллиардов устройств будут работать в бизнесе и промышленности. Датчики на оборудовании и станках, которые собирают данные об их работе и помогают предотвращать поломки. Системы климат-контроля, которые анализируют температуру и влажность, автоматически регулируют микроклимат в цехе или на складе. Датчики на продукции и деталях, которые помогают в инвентаризации и выявлении брака. Системы удаленного управления производственным оборудованием, например, дистанционного запуска станков. Датчики загрязнения, которые анализируют выбросы предприятия и следят за соблюдением экологических норм. Маячки на транспорте, которые позволяют отслеживать груз в реальном времени. Датчики на системах автомобиля, помогающие отслеживать потребление бензина, износ двигателя, температуру в рефрижераторе и другие параметры. Промышленный IoT нужен, чтобы снизить затраты на производстве и избежать убытков. А данные, которые собирают все эти промышленные IoT-устройства, можно загружать в системы аналитики, чтобы строить прогнозы и анализировать работу всего производства. Будущее интернета вещей зависит от появления возможности дистанционной оркестровки и программирования обширных топологически сложных сетей устройств. В результате появится возможность управления предметами, находящимися вокруг нас и в любой точке земного шара, с помощью сред программирования и готовых приложений.